анонс 29-й серии сериала «Постучись в мою дверь в Москве». Как мы помним с предыдущих серий, Нина не может дозвониться до Саши и просит ее подруг подключиться к поиску. Саша немного успокаивается, но все еще обижается на Сергея, который отказывается признавать свою вину. Алина же пытается наладить отношения с Филиппом. Сергей пытается помочь маме преодолеть свой страх, но у него ничего не выходит. Саша решает переехать в Турцию и начать новую жизнь. А Алина пишет ей хвалебную рекомендацию, чтобы девушка точно уехала. Продолжение вы сможете увидеть в 29-й серии, которая выйдет уже 1 апреля на ОККО. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.